Здравствуйте, на телеканале Десна ТВ Новости, в студии Олег Соловьев. Среди вопросов повестки дня заседания постоянных депутатских комиссий 16 декабря особое внимание было уделено теме городского бюджета. Депутатами был заслушан проект решения о бюджете муниципального образования город Десногорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. По данному проекту бюджета Департаментом бюджета и финансов Смоленской области было получено положительное заключение. Данный проект был рассмотрен на публичных слушаниях 14 декабря, и рекомендациями публичных слушаний были одобрить данный проект. Большая часть бюджета предусмотрена на сферу образования. При этом, по мнению некоторых депутатов, эти расходы могли бы быть дополнены. Речь идет о детях, которые ездят в школу из отдаленных районов города. Проездные билеты им приходится покупать за свой счет. Они ездят за свой счет, стоимость билета стоит 25 рублей в одну сторону. Так вот оно тяжелым бременем ложится на родителей. И поэтому я и прошу финансовое управление, комитет по образованию рассмотреть, продумать этот вопрос. Также депутатскими комиссиями были рассмотрены изменения в бюджет текущего года. Общие доходы предлагаются к утверждению в сумме 689,6 миллионов рублей с увеличением на 3,2 миллиона рублей, которые поступили за счет безвозмездных поступлений. Были скорректированы муниципальные программы. Наибольшие расходы направлены на развитие дорожно-транспортного комплекса. Предлагается с увеличением на 12 миллионов. Это в связи с поступлением безвозмездных доходов от юридических лиц на изыскание и проектирование строительства автомобильной дороги общего пользования 8-9 микрорайона. Рассмотренные вопросы были вынесены комиссиями на предстоящую депутатскую сессию с рекомендациями принять. В преддверии продолжительных новогодних праздников и несмотря на действующую пандемию, россияне бронируют зимние курорты. При этом Ростуризм рекомендует отдыхающим максимально ответственно подойти к вопросу своей безопасности во время отдыха. Рекомендации обновлены и для сотрудников туристической отрасли. Речь идет о правилах дезинфекции, уборки помещений, о контроле за персоналом, температурный режим, о контроле за тем, чтобы туристы, мы с вами соблюдали все меры предосторожности. При этом вопрос функционирования отрасли туризма в России все еще остается открытым. Ранее именно это направление наиболее сильно пострадало от пандемии. Сегодня же в условиях некоторого смягчения особых эпидемиологических мер требуется пересмотр и привычных принципов работы. Если выстроить вот эту систему с тестами грамотно, то это уже степень решения задачи. Тогда и мы сможем и иностранных гостей принимать, потому что сейчас индустрия туризма очень пострадала именно из-за отсутствия иностранных туристов. Ну, я думаю, что если мы внутренний туризм грамотно будем продолжать развивать с учетом открывшихся возможностей, то и внутри страны наших граждан хватит для туристических центров. Напомню, новогодние праздники в этом году продлятся с 1 по 10 января. При этом канун Нового года, 31 декабря, официально объявлен выходным днем. В завершении выпуска прогноз погоды. 18 декабря в Десногорске пасмурно, небольшой снег. Днем 0, ночью до минус 2. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desna-tv.ru. Всего доброго!